Пора бы подкрепиться. Вау! Какой вкусный завтрак! Ой, а ты кто такая? А ты угадай. Ты доктор? Нет. А может, ты принцесса? Ты снова не угадала. А, знаю, ты Снегурочка. Лера, ну какая Снегурочка? На улице-то весна. А, ну да. Ну тогда кто ты? Я фея чистоты. Я слежу, чтобы все дети тщательно мыли руки с мылом. Вот ты, например, села за стол, а руки не вымыла. Ой, правда, забыла. Смотри, какое у меня есть детское красивое мыло. Вау, хорошо, и сейчас, быстро. Вот, чистенькие ручки. Фея чистоты, я помыла руки. Привет, Кристал. Привет, Спаркл. Спаркл, давай я тебе сделаю прическу. Ой, подождите меня сейчас. Опять ты фея чистоты? Да, потому что кто-то забыл помыть руки после туалета. Ой, совсем забыла. Вот, держи. Вау, какое классное мыло. Эх, опять исчезла. Кажется, пора сходить в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. Бренда, апельсинки, помидорки и что-нибудь сладенькое. Денежки, давайте. Возьмите денежки. Сейчас перекуся. Что опять? А вот руки после магазина нужно мыть обязательно. Как вкусно это мыло пахнет. Спасибо, фея. Эх, снова не успела. Шары куплены у старушки. Ах ты мой хороший, соскучился по ней. А, так ты кушать хочешь. Деккер, будешь ты дать мой бутерброд? О, и я апельсинку съем. Ух, ты меня напугала. И продолжу так делать, если ты будешь забывать мыть руки. Собаку гладила, а руки не вымыла. Упс. Держи, беги мой. Окей. О, пиццу привезли. Какая вкуснятина. Стоп, я со слоем доигралась, а руки не помыла. Вау, фея чистоты. Я не забыла ручки помыть. Ты-ты-ты. А я знаю, ты большая молодец. Я просто хотела тебя похвалить. Слушай, фея чистоты, хочешь пиццу? Хочу. Тогда угощайся. Стоп, только руки не забудь помыть.